Опасные для жизни нарушения выявили сотрудники Московской объединенной электросетевой компании. Специалисты проверили охранные зоны электросетей на территории Люберецкого округа. Рейд состоялся с участием съемочной группы нашего телеканала. Это оперативная съемка сотрудников Московской объединенной электросетевой компании. В Люберцах на улице Южная, рядом с линией, которая находится под напряжением в 110 тысяч вольт, ведутся строительные работы. Водителю этого экскаватора угрожала опасность. До соприкасания техники с проводом оставалось 2 метра, и подобное – не редкость. Вот еще несколько фото с мест, где происходили аварийные ситуации. Чтобы предупредить такие случаи, специалисты МАЭС регулярно проводят проверки охранных зон электросетей. Есть хозяин! И тишина. Это объект на Новорязанском шоссе. Тоже стройка. Арендатор искусственно поднял уровень земли, чем сократил расстояние до линии электросетей. Кроме того, видно, что здесь находятся жилые здания. Видим прямую опасность жизни и здоровья людей. Как минимум, значит, если данные здания будут использоваться для проживания, минимум это пожар. Максимум – это удар электрическим током 110 тысяч вольт. Также повреждение линии вызовет отключение. Это значит, может остаться без электричества целый район Люберец. Найти собственников и проинструктировать их сложно. В диалог они не хотят вступать, а заборы, жалуются сотрудники МАЭСК, затрудняют проводить плановые работы и проверки. А эта территория возле Красковского карьера. Здесь тоже поднят уровень земли. И подняли габарит земли до провода настолько, что при работе техники раз в месяц стабильно рвали нам провод. То есть неоднократно выезжала бригада для ремонта данного провода, неоднократно предупреждались люди о том, что о невозможности нарушения охранных зон и постановление номер 160, об опасности, которая им грозит. Охранная зона электросетей 110 киловольт – это 20 метров от крайнего провода. 220 киловольт – это 25 метров. Сотрудники МАЭСК убедительно просят не производить там запрещенные работы, а также согласовывать действия со специалистами, если на участке проходит линия электропередач, и быть аккуратными, находясь вблизи от нее, ведь это опасно для жизни. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.